Всем привет, ребята! С вами снова я, Герман. Наконец-то вышел FNAF Plus. Ну как сказать, где-то неделю назад. Но неважно. Боже, я эту игру ждал где-то год. А может и больше. Слышал, тут почти все поменяли, но сама игра должна получиться очень интересной. Так, давайте не будем медлить, посмотрим сразу менюшку. Блин, как же тут все клево сделано! Посмотрите просто на этих криповых аниматроников. Так, давайте зайдем быстро в экстра, посмотрим, что тут у нас. Обычно экстра открывается после 5 ночей, но я смотрю, нам его сразу открыли. Блин, посмотрите просто! Черт. Так, ладно, давайте не будем медлить, сразу начнем новую игру. Мне просто не терпится начать. Так, потребна допомога, Фредди Фазбер Пицца. Это мы уже все знаем. Так, вот мы появились. А где? Это холл? А, мы будем аномалии сейчас искать. А, вот первый нашли. Так, что дальше? Смотрим. Это надо будет так сейчас ходить искать, да? Есть. Так, третья тут сразу у нас появилась. Блин, ну это прикольно выглядит. Это я, если что, пою. Да блин, где? А, вот. Так, смотрим, вот, вот прошел, дальше. Нет, вот тут. Есть. Дальше смотрим, где. Есть, где-то тут. Вот. И седьмая, последняя осталась. Вот, она прям здесь находится. Блин, интересно, что за аномалии? Что это вообще такое, блин? А вот и наш офис. О, сколько тут интересного барахла. И вентилятор. Самое главное, вентилятор. Посмотрите просто на них. Боже мой. Исчадие ада. Мне уже стрёмно. Кухня, как обычно, заблокирована. Так, все, Фунгай договорил. Что у нас еще есть? Плакат, классика, отлично. Это что у нас, марионетка тут? Так, смотрю, кекс тоже изменили. Что еще у нас есть? Вот двери, посмотрим на двери. Они теперь закрываются вот так вот, не с помощью кнопки. И фонарик тут у нас тоже стоит такой. А какого черта? Уже 30% почти истратилось. А всего только 2 часа ночи. Боже, почему оно так быстро тратится? Нормально, а я тут стою такой, смотрю по камерам, чисто чилю себе. Что я еще заметил, интересное? Камера, которой нужен пароль. Что это вообще может быть? Что от нас там скрывают? Так, какой пароль может быть? Нет. 1, 2, 5, 8, чё? Может, какая-то дата? Подождите, 1980... А, 9 я не могу. А, или могу, стоп. Ладно, неважно, оно не подходит. 1997? Блин, я не помню, короче, все равно. Уже 3 часа ночи. Аниматроники на месте. А у меня уже нет половины заряда. Мне тут что-то не нравится все это, ну не нравится. Куда он делся? Куда делась эта паскуда? Где она? Где? Посмотрите на него, посмотрите, стоит себе тут нормально. Так, пока больше ничего нет, я смотрю. Какой здесь может быть пароль? Боже, посмотрите на него. Кстати, уже сейчас 4 часа ночи, я... Ты мне скажи, что это сейчас было? Что это сейчас было? Ты будешь объясняться или нет? Ладно, я не договорил. Сейчас уже 4 часа ночи, как бы, посмотрите. Он находится в комнате с шариками. Да твою мать! Я понял, хорошо. Разговаривать с ним долго на камере нельзя. В основном Фредди и Чика на месте. Фокси только начинает свою охоту. Бонни у нас на 6-й камере. Опа, а тут он не напал на нас. Вот. О, вы это видели? Боже! Посмотрите! Так, стоп, где он? Так, 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 пошел вон! Пошел вон отсюда! Урод! Господи, боже мой! Где Чика? Куда пропала Чика? Где она?
Так, первую ночь мы уже прошли. Погнали на вторую. Первая ночь была какой-то легенькая. Давайте сразу перейдем на вторую. Думаю, в этом видео пройти всего лишь парочку ночей. Я не знаю, честно, буду ли я проходить этот FNAF полностью. Ну, смотря, понравится вам это или нет. Вот, пропустил. Это у нас четвертая только аномалия. Так, давайте за спидраним сейчас быстренько. А, вот тут вот было где-то. Есть. Далее посмотрим так вот быстро. Далее, что у нас? А, седьмая аномалия. Посмотрим, где она тут. Вот, слышал что-то. Есть. А, погнали. Так, это будет сейчас легко. Так, я, пожалуй, выключу тебя. Где тут кнопка? На телефон нажать или что? А, вот mute call. Есть, хорошо, посмотрим. Мы уже выяснили, что энергия тратится очень быстро. Нам это не нравится, нам это не по... Где он? Куда он пропал? 12 часов ночи, камон, где ты? Где он? Вот он. Офигеть, я даже не успел договорить, он сразу же сбежал оттуда. Так, Бонни у нас какой-то гиперактивный, мне это очень не нравится. И у нас есть еще какой-то пароль, какая-то неизвестная камера, за которой таятся страшные деяния. Короче, если вам понравится FNAF Plus, можем в следующем видео посмотреть, что находится за этой комнатой. Если обнаружу... Где он? Где эта подлюка? Где? Где он? Вот он. Хорошо. Я спокоен. О, боже, на что я подписался, камон. Зачем? Зачем ты это делаешь? Посмотрите просто. Посмотрите на эту морду кровожадную. Где Бонни? А где Чика? Боже. Что тебе надо? Боже мой. Они... Так, нет, он сейчас должен быть тут. Он сейчас должен быть тут. Да, он тут. Да, блин, закройся. Какие же тут все криповые, я не могу. А, Бонни свалил. Нормально. Надо посмотреть, что там Фокси. Он уже готовится бежать. Этот урод уже готовится на марафон. Есть проблема. Где Фредди? Это уже нехорошо. Ладно, все, надо собраться. Фреддик свалил, все свалили. Мне это... А? Вот он! Посмотрите, вот он. Так, посмотрим, что тут есть. Где Бонни, кстати? А где Чика? Стоп, там Чика была! А-а-а, свали отсюда, уйди, уйди! Я забыл про Чику! Я забыл про нее! Твою мать! А, боже мой! Я же совсем забыл про Чику, она же там находилась на 10-й камере. А теперь первым делом свалила Чика. Блин, в ней азарт проснулся какой-то. Она сразу же свалила, первой же. А, тут у нас правило есть, посмотрите. Не бегать, ел. Ел, чё это? Не кричать, не срать на полу. А такое что раньше случалось? Тем не менее, Чика у нас стоит на 9-й камере, буквально рядом с нами. Мне это не нравится. Так, Бонни свалил. Это нехорошо. Это очень плохо. Где он? Все, нормально. Он далеко. Он очень далеко. Фокси у нас только начинает просыпаться. Это дерьмово, я считаю. Так, уже 3 часа ночи. Что мы делаем? Фокси готовится нападать. Чика, Чика, пошла вон отсюда. Я знаю, что ты пытаешься сделать. Не получится. Так, Бонни у нас на... Иди сраку. А вот и Фредди, кстати. Он прям вдалеке стоит, видите? 8-я камера. Бонни. Дома! Да, блин, уйди! Вы это видели? Мастерство рук. Так, Чика на 10-й, готовимся, она сейчас к нам придет. Мне это не нравится. Фредди у нас прячется в женском. Бонни на 8-й камере, готовимся. Сейчас давайте пока приоткроем дверьку, потому что энергия тратится. Пошел вон. Ага. Опа. Вот и он. А, нормально. Нормально, ребята, гуляем. Хорошо, слушайте. Так, мы прошли вторую ночь. И я не знаю, будем ли мы продолжать сейчас.
Я только что обнаружил, что у меня отключилась камера. Ладно, давайте будем потихонечку заканчивать. Мне эта игра, боже, она такая шедевральная. Аниматроники абсолютно все поменяли в лучшую сторону, я считаю. Боже, они стали намного страшнее, они как будто, я не знаю, переродились. Не, ну вот посмотрите. Просто посмотрите на эту морду. А теперь посмотрите на вот эту морду. Вы это видите? Короче, ребята, если вам понравилась эта игра и вы хотите продолжение, то пишите в комментариях. Ну а если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. А с вами был Герман, и до скорых встреч!